Чудай. Привет, девчонки. Привет. Аня моя лучшая подруга. Очень приятно. Можно обойдемся без рукопожатий? Ну, вы, наверное, думаете, что я сейчас трансформируюсь в большого автобота и разрушу весь этот кинотеатр, ну, и всю остальную землю. Но сегодня я не в настроении, поэтому обойдемся просто просмотром фильма, если ты не возражаешь. Пожалуй, отложи «Вселенские войны». Я многое слышала об этом фильме. Очень хотелось бы его посмотреть. Пойдемте. Скоро уже начало. Да мы вперед. А вы билеты уже взяли? Да, конечно. Жаль, мне же стоило требовать скидку, ведь я практически со своим креслом. Ты что, совсем с ума сошел? Ты что, я опять сделал? Ты же сказала, хочешь подругу с парнем познакомить? Лучшую, мою лучшую подругу. Ну да, ты сказала, приведи лучшего друга, будем вместе на двойные свидания ходить, если они друг другу понравятся. Аня же практически королева класса. Она меня завтра прибьет и правильно сделает. Что за подстава? Свет, ну что вы там? Давайте пошевеливайтесь. Пошли. Может, теперь объяснишь? Честно, я сам не до конца понял. Не, фильм, конечно, классный, но как-то все запутано. При чем тут фильм? Как ты мог? Почему ты меня не предупредил, что взял с собой инвалида-колясочника? Свет! Почему вы меня не предупредили? Да, Димочка, почему ты не предупредил? Твой друг такой классный! Я за весь год столько не смеялась, как за этот вечер. Что-то пить хочется. Может, в кафе? Я не против. А где тут поблизости кафе? Догоняйте. Имей в виду, если мы едем неправильно, это будет считаться угоном. А да, и как у тебя с правами на управление транспортным средством? Плохо. Нету. Так, у нас здесь угонщица-нарушительница. Какие у тебя еще хобби есть? Я не сказал то, что мой друг колясочек, потому что это не важно. Их семья 3 месяца назад с Донбасса приехали. Олег там под обстрелом ногу потерял. Вот они и переехали. А то, что он колясочник, совершенно не важно. Есть люди, которые передвигаются на своих двоих, но от них убежать хочется. А хотите еще анекдот? Двое на инвалидных колясках поймали золотую рыбку. А она им: ничего не знаю, одно желание на двоих. Ну, те, конечно, хотим ходить. Так рыбка им: ладно, исполню ваше общее желание. Только ходить будете по очереди. И подарила им шахматы. А вы знаете, как Олег поет? Мы с ним даже в конкурсе караоке выиграли. Нам так аплодировали, столько цветов подарили, а мягкие игрушки прямо на сцену кидали. Серьезно? Ты тоже участвовал? Я никогда не слышала, как ты поешь. Не, я только коляску помогал вытаскивать на сцену. Если бы я тоже пел, нас бы цветы прям в горшках бы кидали. Смотри на меня и делай, как я.